На приеме железнодорожников в Кремле. Товарищ Сталин сказал, что на железнодорожном транспорте все равны, все равнозначащи, все ценны, на каких бы постах они ни находились, на больших или малых. И этот день железнодорожного транспорта, объединяет единую, сплоченную, спаянную едиными телями борьбы семью всех железнодорожников, на каких бы постах они ни находились, больших или малых, от стрелочника до наркома, все одинаково важны, все одинаково выполняют великую задачу обеспечения бесперебойной работы нашего замечательного конвейера, кровеносную систему страны железнодорожного транспорта. Сам народ, сама масса железнодорожников назвала этот день сталинским днем, потому что этот день подводит итог в борьбе железнодорожников, потому что этот день знаменует собою сталинскую заботу, сталинскую любовь к рабочим массам и к железнодорожникам. От имени этой сплоченной, могучей когорты бойцов скажу, наш боевой железнодорожный привет, наша любовь, наши сердца, наша жизнь, наша преданность любимому товарищу Сталину! Сегодня, третью годовщину нашего праздника, нашего дня, мы, железнодорожники, можем сказать правительству, мы можем сказать товарищу Сталину, не всегда мы шли гладко, не всегда ровно, не всегда выдерживали график, да и сейчас его еще не выдерживаем. Но если взять итоги 3 лет борьбы, то в целом мы приходим с итогом и говорим, товарищ Сталин, товарищи Центральный комитет и члены правительства, мы, железнодорожники, вместе со всей армией рабочего класса вычистили врагов в основном из железнодорожного транспорта. У нас еще есть отдельные группы врагов. Хвастать нам нельзя. Бдительность свою терять нельзя, но мы их почистили основательно. Мы должны еще много работать на железнодорожном транспорте во всех областях, чтобы поднять его, укрепить его. И мы должны зорко следить. Железнодорожное дело в обороне страны играет слишком большую роль. Железнодорожный транспорт связывает воедино все государство. Все хозяйство, все области страны, а наша страна очень большая. Ее на велосипеде не проедешь, как другие страны. Товарищи, с новыми силами, с
новой верой в свое дело. Верой в дело победы рабочего класса. Верой и любовью Центральному комитету большевистской партии, товарищу Сталину, вперед к новым великим победам!